Дай ему еще с ноги, да. Так куда ты лезешь, щенок? У нас нету чупа-чупа. Ой, не то нажал! Не то нажал! Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Васаби, Гусанёк, Форум. Пацаны, поздоровайтесь. Привет. Всем привет, я сегодня буду вас убивать. Всем привет. И ваши любимые бабушкины калитки на реактивной тяге. Если тебя кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Подпирайте ногой, ногой подпирайте. Ай-яй-яй-яй, он, кстати, ворота может сталкивать. Вы все толкаете? Да. Давай-давай-давай-давай-давай. Его не пускай, его не пускай. Ну, нет-нет-нет, не может. Ха-ха-ха! Люди сильнее, чем аниматроники. Видите, вот слабый. Но он этот... Обиделся. Идет. Вот, это уже идет большой. Просто гигантский. Смотрите, как он большой. Больше 2 метров роста. А что это с ним? Разрядился. Все, обиделся. Не обижайся. Не обижайся. Обиделся, смотрите, уходит. Я тоже, когда обижаюсь, голову так опускаю и ухожу. Опа. Пошел. Обиженный. Обиженные аниматроники у нас сегодня. Ну, грустный. Не обижайся. О, вот это вообще мощь идет. И ржет с нас. Ой. Что это он показывает? Как он танцует? Ему плохо. Он жестами общается. Не, ему хорошо. Напишите в комментариях, ему плохо или хорошо. Нет, видимо, очень плохо ему. А что это с ним? А все? Давай, топтайся по нему, топтайся. Ла-ла-ла-ла, по голове его. Вот давайте. Опа, аж пыль пошла, смотрите. Нифига вентиляцию себе. Вентиляцию пополз. Он грязный. Убегаем. А, он вентиляции. Быстрее, 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 выходи. Убегайте. Отлично. Тактика хорошая. Ты тоже так пошел, да? Он там калитки наши клацает, пацаны. Все, ушел. Отлично. Заходим. Заходи, заходи. Блин, ну... А, держи, держи ворота. Держи, держи, держи. А, он даже одного человека сдвинуть не может. Не может сдвинуть человека. Может. А, помогай, ты помогай. Ай, он сейчас пролезет. Да ну давай. Блин, я отталкиваюсь. А, он сейчас пролезет. Толкайте. Я улетел в небытие опять сквозь карту. Получается, а те аниматроники не могли сталкивать, а этот смог. Нифига себе, он мощный. А чок? А Монти не мог сталкивать. Аниматроники просто были только на слово. Опа! Идет, идет, Ванни. Ванни? А, он опять. А как его зовут? Ванни. Все правильно. Я знаю имена их наполовину. Это добрый, он, кстати, не убивает этот аниматроник. Я бы с тобой. Так, никого. Не-не-не, он не идет. Я думал, он сюда идет. Вот нет. Он, вот. Не, нет. Держи ворота, держи, держи, держи. А давайте проверим, сможет ли толкать? Не, не может, не может. А ну давайте пусть один потолкает. Нет, тоже. Но не руками отталкивает. Получается, только один аниматроник может толкать. А этот он не убивает. Добрый. Это, он убивает. Это добро, это добро. Это миф, это миф. Он убивает? А! Да. Он отталкивает меня! Да я ж толкал! А, видите, не убивает. А, это добрый аниматроник. Он сейчас убьет. Не, не убивает. И можно даже ему подсрачника дать, он ничего не сделает. Смотри. Подсрачника, бей ему по животу с ноги. Давай отсюда, щенок, ушел. Открывайте ему ворота, пусть валит. Все, отлично. Пойдет, пойдет. Ладно, сегодня Фредди в настроении. Не, не убивает же, да? Или убивает? Убивает. Убивает. Опа, глич-трап. Вроде не убивает. Да если он в злом режиме. Так, глич-трап идет. Не спеша. Ля-л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 я. Прикольно идет. А я гуляю по пиццерии. Так, все, я держу. Он за... не увидел. Беги, беги. Он тоже не убивает. А, убивает. А, убивает. Ух, Рокси бежит, она психичка. А, отталкивает от ворот. Держи, толкай, толкай, толкай со всей силы. Все, можно отойти, она не сможет перетянуть. А чё с ней опять? Опять обиделась. Ну, Рокси. Не обижайся.
Мы тебе купим косметику. Прикольно. Бежит! Я живой, фух, слава богу, я думал, я умру. Ой. Давай его. Опа, где Рокси это? Опять, Рокси. Опа. Ну, вот этот смех мне нравится, так прикольно ржет. Похоже на гусянька смех, когда каникулы начинаются. Опа! Опять этот мощный! Да блин, толкай! А все, он не сможет, он не сможет. Можно отойти. Все, он не может. Против него лучше тебя сейчас. Не-не-не, он не сможет меня сдвинуть. Ай-яй-яй. Тогда я нажму. Пусть зайдет, а я потом нажму резко. Как он прошел сквозь ворота? Так это анимация. А, это анимация, фух. Опять ему плохо, опа, пацаны. Бьем его. Ну не расстраивайся, все хорошо. Ну каникулы скоро начнутся, ну все. Это он показывает, как со школы приходит. И обижается, устает. Смех классный, конечно. Ого, меня оттолкнуло, 50 кп отняло. Там солнышко идет. Не пройдет, не пройдет. А, он по- опять стоит, танцует нам тут. Ха-ха-ха, мочи его. На, отлично. Он в луну превратился и убил меня. Ну все правильно, все по канону. И веселит стоит нас. Так, держу, 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 держу. Не-не-не, не мод, слабый, видите? Даже калитка не отодвигается вообще. Слабенький. А что это с ним? Тоже обиделся? Прикольно. Вот этот уже плачет. Ну не плачь, не плачь, все хорошо. Обидел. А! Держи, держи! Держу! Калитку держу! Нет, не пройдет! Не пройдет, не пройдет, не пройдет, держи. Ого, он злой. Да что это с ним? Его пацаны колбасит. Все, анимация вообще круто сделана, как по канону. Так, отжимаем. Он уже не придет. Придет. А где третий? Вот я. А, понял, понял. Опа, ползет без ноги. Ой, инвалид. У него глаза разломанные все. И смотрите, провода прям висят. Идет, идет, идет. Я держу. Он злой, он кричит. А, не может отодвинуть. О, двигает. Я толкаю, я толкаю, я толкаю. Нет, 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 нет. Дай ему еще с ноги. Да. Так куда ты лезешь, щенок? У нас нету чупа-чупа. Ой, не то нажал. Не то нажал. Да блин, зеленую кнопку случайно нажал. Ой. Тихо, 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 тихо. На что он кричит там? Так, по башке калитка кому-то дал. Не слабо. Спасибо. Так. Да я случайно. Опа. Опа. Чика пришла. Кушать хочет. У них какие-то анимации. Все, не пройдет, не пройдет. Тяга у нас дебелая. Она не бесконечная. А можно и не держать. Так она не бесконечная. Все, уходит. Нет. Нет, не уходит. Очень странно она себя ведет как-то. Ой, на клюв себе оторвала. Че это с ней? Вообще обиделась. Все, пацаны. Убежала. Так. Я пойду прослежу за ней. Ай, блин. Хорошо проследил. Пойдет. Так. Да не то, не то, не то, не то. Она не может отодвигать эти калитки. Тяжело ей очень. Вот она. Это Рокси слепая, она ориентируется на звук. А, да. А вот мы тут, иди сюда, щениха. Цып-цып-цып. Вот и стреляю. Не видит, не видит. Ах ты. А калитку можно? Ой, не то нажал. А калитку ж можно на ногой придавливать? Да с той стороны надо проверить. Тихо, тихо, ой, тихо, толкайте ее! Да, блин, отталкивает назад. Все, тяга есть. Так, а ну давайте я попробую калитку сейчас открыть. А ну закрой, это отожмите тягу. А я попробую ногой ударить, что будет. Не, нельзя. Блин, а было бы классно, да, если можно было ногой ее так отталкивать. Идет. А что это за качок? Качок, он весь прям калитку открыл. Это мощный был аниматроник. А чё он такой накачан? Это бодибилдер, что ли? Да. Вот это он мощный. Ну реально качок. У него прям пресс видно. Так, все.
Идет. Спринтрап. Опять ему плохо. Его колбасит, пацаны. Сейчас тоже упадет? Он танцует, тут пьяный какой-то. Ему очень плохо. Ну давай уже, падай. Он рыгает. Он сейчас рыгать будет. Да не то нажал! Ай, блин! Там кнопки заедают, пацаны, проводка повреждена. Вот видите, провода висят. Из-за того, что провода висят, что-то плохо срабатывает. Так, отжимаем. Знаешь, почему все плохо работает? Чё? Ведь я арендовал помещение. А я говорю, арендую нормальное помещение. Идет. Он через вентиляцию идет, уходите. Ой. А это Бонни? Да, какой-то великан. Не Бонни... по канону. Ой. Ой-ой-ой. Так, он уходит, пацаны, все отлично. О, блин, в нашем офисе сидит. Че не выходит? Эй, выходи. Так, надо сваливать. Он за мной пошел. Дима, может, он иди. Дим. Он за мной, он за мной. Калитка открыта. Да? Это хорошо. А он тут, он... Ой, блин, наш красиво увалился головой о пол. Он кнопки нам клацает. Сейчас все переломает. Ой, отлично. Я не знал, что здесь можно пройти. Все, пацаны, я нашел нычку. Он ушел с офиса. Все. Сидим. Офигенная тут нычка. Все, зашел. Я в нашем офисе. Отлично все. Осторожно. Будьте внимательны, это псих. С больницы сбежал. Аниматроники сбежали из псих-больницы. По роботам. Я никого не слышу, вообще тишина. Уже они все? Батарейки подсели? Опа. Эй, держи, я ему, блин, по пупок. Ну, блин, отталкивает назад. А что творится? Что за фигня? Держи. Все, нормально. Я камушек подложил. Так, давайте сюда пройдем. Я опять упал в бэк. А где он? Его нигде нету. Зараза, за мной ходил? Да. Я тебя обманул. Ребята, его обманул. Беги, скорей. Он сзади. Ты что, ты думаешь, ты меня... Держи, не пускай его. Держи. Отлично. Нет, ты не пройдешь. Так, пацаны, задерживайте его, я буду бомбу ставить. Да, закрой. О, давай попробуем бомбу положить, а ты его калиткой взорвешь. Стой. Давай, назад. Отожми ты кнопку. Так, Рокси пришла. Не хочешь, чтобы мы бомбу взорвали, а мы взорвем бомбу. Так, ребята, давайте мощную бомбу. Во. Давай. Нажимай калитку. Не хочет? Тяжелая? Надо открыть. И под нее подложить. И закрыть, да. О, давай так и сделаем, давай. Ой, блин, не то нажал. Давай, открывай. Да что ее фигачит? Ты не то нажимаешь. О. Да надо красную нажать. Ну, у нас заела калитка. О, во. Все, давай. Давай, нажимай. Получается, ребята, выходил. Но не получается. Я предлагаю сделать следующее. Не, надо просто побить калиткой. Повключай и отключай. До потолка ее прижми, а потом резко нажми эту кнопку. А не могу до потолка. Во. Ой, Роксик помогает нам. У нас, короче, ребята, что-то с механизмами поломато. Ну, бомба! Бомба! Мы уже первый раз вижу, бомба не взрывалась. Ну, бомба! По голове, короче, Рокси надавали. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну, а всем отличного настроения и всем пока. Просрала. А нет, ошибся.